Уже 2 недели не выходит на связь семья из Бирска, которая уехала в путешествие в город Майкоп. Родственники пропавших обратились в полицию и в редакцию нашего телеканала. Уже 3-ю неделю бирчанка Ольга Крещенко не находит себе места от переживаний. Ее дочь, зять и 2 внучки уехали в путешествие на юг. В середине июля семья Богащенко отправилась на поезде со станции Новосибирск-Главный до Армавира. Далее по плану было несколько пеших маршрутов. Наши дети, Богащенко Олег, Богащенко Лена, внучки Арина и Алена, 17 июля поехали на Кавказ в туристический поход. Значит, доехали до Армавира, оттуда до Моздока, а из Моздока к ним присоединилось еще 4 человека, они группой 8 человек пошли в сторону моря, ну, с тем, чтобы добраться пешеходным там тропами до Сочи. До настоящего времени местонахождение 4 жителей Бирска не установлено. Их мобильные телефоны находятся вне зоны доступа. 15 августа последний раз позвонила внучка Арина и сказала, что мы идем к перевалу, неделю не будет с нами связи. Ну и все, и больше никаких вестей от них не было. Звоним им без конца, но они недоступны. Куда? По словам Ольги Крещенко, еще ни разу так долго родные не теряли с ними связь. Любыми способами постарались бы сообщить, что с ними все в порядке. Просим помочь в поиске наших детей. Богащенко Олега, Богащенко Лены, Богащенко Арины и Богащенко Алены, которые 17 числа уехали из города Бирска с тем, чтобы из Майкопа пойти в туристический поход пешком с палатками или с оборудованием через Кавказский хребет в направлении Сочи с остановками на отдых и чтобы отдыхать там в течение месяца. Выходили на связь последний раз 15 августа и обещали вернуться к 1 сентября, так как девчонкам надо идти учиться. До сих пор от них нет никаких вестей, на связь не выходят. Если кто-то видел или что-то слышал, или знает что-то об этом, очень просим нам сообщить. Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении семьи Богащенко, просьба обратиться в отдел МВД по городу Бирску или по телефону дежурной части.